Хищник прыгает, серый. Что? Хищник. Ну да. Вон под деревьями только что прыгал. Круги были. Всем привет. Меня зовут Владимир, вы на канале Лайффишинг. Сегодня по многочисленным просьбам со мной рыбачит Сергей. Ребята, во-первых, всем привет. Во-вторых, рад, что выбрался на рыбалку очень. В-третьих, похолодало. В-четвертых, ветер. В-пятых, очень хочу половить. Всем большой приветик. Так, ну что, мы сегодня на Дону. Место для нас это новое. По-нормальному здесь ни разу не ловил. Была одна пробная поездка сюда на несколько часов, но поклевок мы не увидели. Вот. Очень красивая природа здесь. Место это находится выше города Лебедяне, в котором я проживаю. Ну что сказать, приехали мы поймать сегодня, будем пробовать ловить леща. Что из этого получится, увидим дальше. Так, ну что, вот такое нам местечко досталось. Рядом чуть-чуть мы не успели. Люди прямо перед нами подъехали. Там место, конечно, посвободнее, ну ладно. Сейчас ограничение по удочкам. Одно удилище на человека, так что я думаю, в два фидера мы как-нибудь здесь расположимся, да? Ветер дует в спину. Внизу, в принципе, так нормально, тишина. Ну, если бы чуть потеплее, вообще было бы зашибись. Но да? именно сегодня плюс 7 всего. Плюс 7. Вчера было под 20, ветра не было. Завтра 15, а сегодня плюс 7. Ну, как всегда. Это закон такой. Вот, друзья, только что в магазин заехали за червем, за мотылем. Увидел вот такое ведерочко, не смог удержаться, купил. Такой типа Эва написано, да, Эва метод. Такое как резиновое в комплекте сито и тазик. Такое ведерочко. Цена вот какая. 1750. Ну, по сравнению с другими брендами, я думаю, отличный вариант. Так, ну вот. Фидерное кресло я с собой не взял. Серега тоже вон на каком стульчике. Так что нашу сегодняшнюю рыбалку приходится начинать с лопаты, чтобы выровнять немного хотя бы берег, чтобы можно было креслице поставить. Да? А то вот так вот сидеть-то вообще нереально. Ну и заодно вон червячков наберем. О, червей сколько! Оп. Так, ну все, вроде расположились. Очень плохо, что тут вот такой берег, к воде вообще не подойти. Ил, я пробовал палкой, тут по колено уйдешь. Че такое? Все время забываю, что у меня такие проблемы. Это у тебя на одном? Да, на самом ходовом, по-моему. 18-й. 20-й буду ставить. Плохо. Так, ладно, прикормку. Так, сразу, что у нас по насадкам? Мотыля взяли, червя, опарыша, кукурузки. Он немного у меня есть. Фиговенький мотыль тоже. Прикормку добавлю. Так, прикормка с неудачной прошлой рыбалки, ночной. Тут, короче, Дунаев, Фадеев, черная прикормка. Ну и что? И добавим, наверное, туда же. Что, середы черные, да? Середы, да. Пачку середы черной. А, вот еще горох чесночный. Ну и так, на всякий случай лежит. Так, ловить мы будем по одному удилищу на каждого, да? Не будем нарушать запрет. Да, ограничения которые нарушать не будем. Нет, до первого. Прочитал до первого. До 1 июля? Да. Так, у меня фидер Даюй, смешинг фидер, длина 3,60, тест до 120 грамм. Ну, на мой взгляд, тут максимум тест 90 это край. Легенький фидерок. Вообще очень мне нравится. Так, ну и катушечка. Каст Кинг. Шарки 2, 4000 у меня.
уже какой, не знаю, четвертый сезон, наверное. Там не ловлю. Тянет кормушки до 100 грамм спокойно. И на ахтубе сколько? Раз, наверное, два точно я на нее ловил. По неделе в песке все тоже. И, кстати, после этого ни разу не обслуживал. И ничего, нормально. Никаких скрипов не появилось, ничего. За эти деньги, я думаю, отличный вариант. Лежит 3000-й, шарки 3 получается, да. 4000-го размера. Уже второй сезон получается. Лежит, плетенку намотал, но очередь до нее пока не дошла. Другие катушки есть. Так, кормушку поставлю. Дюза металлическая. Вот. 70 грамм. Так, серый уже вовсю кормит. Да, сегодня у меня такая новая. Первый раз я такая тактика у меня. Сначала закармливать, но она, мне кажется, правильная. Да. Сначала нужно 5 кормушек. Кажется. 5 кормушек. Кормушек, блин. Все правильно, кормушек. А, 5 кормушек, да. 5 кормушек закинуть с кормом. Вот кормить. Так, короче, что по глубинам. Заклипсовался я на выходе, небольшой переходик. Максимальная глубина, это кормушка падает на счет 8. И нашел выход, где на относительно небольшом участке уже на 6 падает. Ну и вот, серый немного заклипсовался подальше. Посмотрим, у кого раньше сработает точка. Так, начну я с крючка 16 номера. Такой небольшой крючок. Леска 008. По насадкам начну с мотыля. Пара мотыликов. Посмотрим, что будет. Все, первый заброс. И ждем поклевочку. Глубина в точке порядка 3-3,5 метров, я так думаю. Нифига поклевочки какие. Блин, ну мелочь какая-то. Тут попался на мелкий. Да. О, кошмар. Ужас. Ужас. Первая рыба уклейка. Вот так вот. Как мы с ней будем бороться, не знаю. Ужас, ужас. Прям потемнело так, пипец. У меня опять поклевка. Да. Опять крупняк. Короче, начало вот такое. Две уклейки. Мая нормальные люди все работают, они нормальные вон чем занимаются. Ну, я опарыша сейчас взял, хочу на парик попробовать. Mm-hmm. Посмотрим, как семечки засыпаются. Там привычка на рынке торговал семечками. Да, неплохая кормушка с грунта зацепами, на выставке брал, приятно держать и недорого. Что за фирма? Фирму забыл, блин. Ну там написано. Они мне пакет свой даже дали. Ива. Ну, Ива. О, клюет. Клюет. Так, думаю, наверное, сейчас заменю
крючок с поводком и попробую на червяка навозного. На мелкую насадку ловить не получается сразу. Долбит уклейка. Уклейка нам не нужна. Так что сейчас попробуем на червя. Серый решил ароматизаторов побрызгать. Да, чё? Я думаю, какой-то сладкий надо вкус побрызгать. Скопик специй есть. Так, карп 2 сладкая смесь. Вот эта вот нормально тоже работала. Так, ну что, поклевок нету. Я на червя, серый на опарыша. Пробуем брызгалки какие-нибудь. Серый брызгает. Че, поклевка была? Илья задел, не? Так, кукурузой побрызгаем. Надо что-то пробовать. Не знаю. Вроде уклейка перестал дергать. Ну, остальной рыбы тоже нету. Клё, да? Ну, какие-то маленькие потычки. Опять. Уклейка, да? Уклейка – это нехорошо. Не та рыба, за которой мы приехали. Есть! Блин, есть, хороший. Лещ, да? Лещ, лещ, нормально. Хороший. Давай, 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 даже удочку беру. Вываживай сюда. На опарыша, да? Блин, давай серый. Блин, а я подсак не разобрал. Сейчас, подожди, я подсак быстро соберу. Ой, маленький. А, нет, это кто? Да, рыбец такой хороший. Вообще отлично. Блин, вот это да. Да рыбчик зашибет. Ну-ка, показывай. Поздравляю с первой рыбкой. Спасибо большое, очень приятно. Опарыш, да? Да. Пучок опарыша. Блин. Хороший, да. Хороший. Подсачник не понадобился, да? Ну там он сопротивляется, вообще отлично. Кажется, там вообще крокодил. Рыбешка сразу прям стачь. Клевать сразу ничего. Есть. Не, нашел я рыбку все-таки. Подальше сместился к тому берегу. Нашел. Сейчас двух мотыльков подсадил. И сразу прям начала клевать. Че посмотрим. Плотвичка. Блин, хорошая. Хорошая платичка. А вот она моя первая рыбка. Ну как, уклейки первые были, ну пойдет. Вот так вот. Ой, 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 ой. Так, два опарыша. Я пока что вот почему-то чисто на опарыш подписываю просто. И мотыля подсажу. Есть? Блин, нет, нет, сошла?
Офигеть, вот это у тебя загиб был. Ты просто офигеть. Блин, к сожалению, камера отключена была. Вот это была поклевочка просто. Стоял, стоял, как потянул. Блин. Вовремя я потек. Да вовремя. А крючок на месте? Да. Все съело, да? Блин, и сожрало все. Как рыбалка сегодня? Ловится? Мелочь. Мелочь? Ага. У нас а подлещик раз... есть? Подлещик. Мелкий, мелкий, да? Ага. А у вас что? Один рыбец, одна плотва. Вот такие. И понятно. Все. Клюет редко. Редко. Так, вот такой вот подлещик. На это, на опарика? Да, на опарика. Нет, да? О. Нет, он упал. Блин, ну, наверное, давление, погода, да? Холодится. Ветер какой вообще? Ветер, да. Вчера было тепло, сегодня. Ну так всегда, вчера, завтра. Вчера мы работали, вчера. Ну вот и я вчера работал. Как назло. Ну да, подлещик. Это какой тест? А? Инспирин, какой тест? До 60. 60? 360, да? О, крупняк, вот так. Подлещик, да? А то я заказал до 35 по прудам гонять. Квиверы все целые? Да мы вот только вторую рыбалку, первую себя там попробовали. А то он знакомый взял, на первой рыбалке два отлетели. Ладно, пойдем ловить. Так, у Сереги очередная неплохая поклевочка. Говорят, есть что-то. Есть, есть. Ну, меньше, чем все предыдущие разы. Маленький. Ох, какая плотвичка небольшая. На мотыля чисто, да? Чисто на мотыля. Ну, что поделать. Рыбалка продолжается. Да. Так, кто-то мне попался. Кто-то попался. Ну, ветер ураганный просто. Кто же там, кто же там? О, вот это еще меньше плотва. Вообще крошечная. Вот это плотва. Такую обязательно надо отпускать. Уже третий раз сменил точку. Сейчас ловлю из-под берега. Прям закинул. Сколько? 2 минутки. Вот плотвичка попалась. Будем раскармливать точку, пробовать пока здесь ловить. Так, ну что, Сергей не выдержал. Говорит, не могу. Не могу на одну лодочку ловить. Нарушаю запрет. Вот, довольное лицо у него, как вы смотрите. Нарушаю запрет. О! Закинул, вон, под кустик, поплывочку. Вы меня осуждаете? Ну, в данный момент еще не наружу, потому что я пока на одну ловлю. Ну, у тебя 2 удочки собранные. А это тоже уже все? Конечно, на берегу лежит 2-я удочка собранная, все. На червя, на навозного, на большого закинул. Там глубина порядка 2,5 метров. Вот поплывочек стоит. Закинул только что, пока не клюет. А до этого он плотвичку вытащил. Клев, конечно, не активный, да? Да.
Так, тут есть. О! Плотвичка. Не, плотвичка. 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 Так, только что клевал на поплавочек. Грузил лежит на дне. Так что, возможно, рыба какая-то уже заинтересовалась там насадкой. Возможно, заглотила, но по клевке пока еще не видно. Сейчас, когда ёрш до самых... Не балуйся. Заглотит, да, тогда уже ты увидишь, что клюет. Блин, друзья, поклевочка просто супер. Кто-то есть на крючке. Ага. Там какая-то вообще шелупонь, блин, с корягой попалась, блин. Да. А я думаю, тащу. Думаю, что-то так плавно идет. Да, блин. Я уже обрадовался, думал, подлещик попался. А тут плотвичка небольшая. Так, ну что, друзья, такая рыбалочка у нас сегодня получилась. Будем заканчивать ее. Несмотря на то, что на улице минус 20, а рыбалкой я доволен. Больше всего запомнилась, естественно, первая моя рыба, подуст. Отлично сопротивлялся, поскольку я не рыбачил на фидер, наверное, уже полгода. Для меня это было прям вау-вау. Дорогие друзья, всех с открытием сезона большой теплой воды, с началом лета, с началом рыболовного нашего сезона 2021. Желаю всем крупных трофеев, удачных рыбалок, позитивных эмоций, всего самого-самого хорошего. И как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ребят, очень рад. Меня долго не было, конечно, да. Очень рад всех вас. Выговориться никак не может. Рад, что вы смотрите канал. Рад снова оказаться на этом канале, на замечательном. В общем, всех хороших рыбалок. Всем большой удачи. И как всегда, увидимся на рыбалках. Пока, народ. Так, ну на такой позитивной ноте будем заканчивать. Всем пока, до новых встреч.